Сегодня хотелось бы поговорить о нефти. На прошлой неделе мы давали прогноз о том, что по нефти будет корректирующее движение вниз. И вот конец прошлой недели, и также начало этой недели мы видим, что движение началось. Пока мы находимся на самом начале, цифра 39 долларов – это первая цель. Вероятнее всего мы сходим на 34,8 и также на 31. Это будет 50% от предыдущего движения. Пока сложно сказать конечные цели этого нисходящего тренда. Но в разное время мы видим, что когда недельные свечи, одна или две недельных свечи были черные, и дальше движение развивалось достаточно существенно. Вот в этом месте мы видим. Здесь тоже хороший шанс был продать. Здесь и здесь. Сегодняшнее снижение будет очень показательно. Если мы дойдем до уровня 30 долларов, и здесь будет какой-то развиваться обратный отскок, то проторгован определенный канал, это 46, верхняя точка 46-47 долларов, и нижняя точка это 30. Я думаю, что как-то вот в таком диапазоне мы потом будем торговаться. Пока коррекция еще не закончена, говорить о конечных точках пока рано. На мой взгляд, можно еще посидеть в шортовых позициях, потому что это движение, скорее всего, мощное, сильное. И, скорее всего, мы увидим двухволновый отскок. Ну вот, например, как в этой точке, да, всегда был шанс еще раз выйти. Но если падение будет сильное, то, конечно, это может принести большой профит. На этом всем удачи. Спасибо за внимание. До новых встреч.